Друзі, до нашої студії завітала координаторка Дніпровського букросингу Даша Орлянська. Доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, що любите ви читати найбільше? Більше я, більше всього я люблю читати поезію. Мені дуже подобається звичайний зараз Сергій Жадан, современных, ну, а так очень-очень много разную, и детскую люблю, даже литературу, и шахматную литературу, потому что я шахматист сам по себе, и так как я занимаюсь геймдизайном, я люблю такую профессиональную литературу, абсолютно разную. Чому ви вирішили закрити сезон взимку? Зимою ж не займаєтеся букросингом, чи займаєтеся? Чи ви будете продовжувати і в січні, і в лютому? Мы Або осенью не робили, бо був дощ. А сейчас нет снега, да? Мы установили читальную арку в 2015 году еще на Екатеринославском бульваре, а с 2016 года мы проводим ежемесячный буккроссинг, который проходит с апреля месяца по октябрь. Зимний же буккроссинг, он такой праздничный, предновогодний, с радостным настроением. Мы решили проводить и сделать его ежегодным. Это будет единственный буккроссинг, который проводится зимой. Мы хотим показать радостное настроение, приглашаем детей, ожидаем большое количество детей, что дети приведут родителей, бабушек, дедушек, будут детям различные подарки, вкусные подарки, не только вкусные подарки, ожидается очень-очень много интересных. Шоколадні книги, наприклад. Чому б ні? Чи можна сказати, що так, що цей буккроссинг більш направлений саме на дітей чи ні? Чи на студентів теж? На студентов, на детей, ну, больше будет на детей, наверное, потому что из-за сладких подарочков и сразу после эфира... Приходите. И сразу после эфира я поеду на новую почту. Наш друг, партнер Михаил с Израиля присылает каждый раз нам на буккроссинг большое количество детских новых книг. Большое ему спасибо за это. И поэтому детей ожидают новые яркие иллюстрации. А как само відбувається процесс цього дійства, обміну. Люди приходять, вони просто підійшли, давай я тобі дам цю, а ти тримай цю. Або вони кладуть на полицю, потім хтось ходить собі вибирає. Чи як в бібліотеці записує хтось, яку книжку він взяв, і треба її повернути наступного місця того ж числа. Як це відбувається? Ми з цього року, з 2017-го, ввели такую интересную систему. Если раньше нам приносили книги, которые не жалко. Просто приносили книги, которые не читают, не жалко. И, ну, можно сказать, что они были морально устаревшие, немного там советская литература, которую уже никто не читает. А после того, как мы в этом году ввели специальные листики, на которых мы предлагаем, когда дают книгу, чтобы записывали послание следующему владельцу книги. И где мы просим рассказать, почему эта книга интересна, важна, почему ее стоит прочитать. Або не варто ее читать. Да, ну обычно варто. Почему варто? И мы каждый месяц стали проводить еще тематические буккроссинги. Украинская литература, классическая литература. Например, у нас была такая тема, как книги, которые нас меняют. И вот после всех этих ситуаций мы начали наблюдать, что люди стали приносить книги, которые действительно им ценны, и они хотят поделиться, и они хотят что-то передать будущему читателю, и это очень здорово. Поэтому как у нас это выглядит? Приносит человек книгу, которая хочет поделиться. Записку пишет будущему владельцу книги, почему ее стоит прочитать, и оставляет в арке. В течение дня приходят люди, меняются, берут, выбирают себе книгу, читают в течение месяца, потому что у нас каждый месяц, но сейчас до апреля месяца можно будет читать, и оставляют записочки, выбирают, что по душе. Так что вот так происходит. Швидко вони читають. Мені рік потрібен, щоб книжку прочитати. Це як мінімум рік. Так. Як мешканцям нашого міста долучитися? О котрій це почнеться? Ось так. Все начнется в 11 утра и будет до 3 часов. Обычно мы летом проходим и весной, и осенью с 11 до 5 вечера. Но сейчас в связи с тем, что, может, наконец-то будет снег, и у нас будет сокращенный буккроссинг с 11 до 3 часов дня. И мы ожидаем увидеть большое количество людей, и по Фейсбуку уже будет, наверное... А если снегу не будет? А его не будет? До 5
Ви будете... людина, яка завжди знаходиться там на місці і завжди бачить, які книжки люди приносять. Яка книжка була найціннішою? Сложно сказать. Дело в том, что я там действительно всегда нахожусь, но я больше как фотограф там нахожусь. Я еще параллельно фотографирую. Кстати, 25 числа будет возможность те, кто придут. Я буду очень много фотографировать. Потом всем желающим буду рассылать фотографии. В книге, что очень много украинской литературы, огромное количество, я не могу сказать, я не слежу, мы нигде не записываем. Могу только сказать, что приносят сейчас больше, чем уносят. Угу. И действительно очень интересные разные литературы, и детская, и взрослая. У нас книги из месяца в месяц, уже из года в год, из рук в рук переходят. Угу. Поэтому. Угу. Мы же все-таки, знаете, мы живем, просто кажется, что приносят больше, ніж забирают. Да. Мы живем в час информационных технологий, все читают на смартфонах, планшетах, электронные книги. На вашу думку, скільки ще протривається такий букросинг? Ну, я розумію, що... Тенденція до живої книги, так. Так. Рік, два, три, вже будуть приносити планшети, електронні книги, так, або прийшли, обмінялися файлами по AirDrop, або Bluetooth і все. Знаєте, мені здається, це ще довго просуществує, тому що це... Люди ловят вкус, запах книг. У нас очень много айтишников приходят, которые могут читать в любом количестве. Но люди хотят же живой книгой понюхать запах, почувствовать странички. Ну, конечно, не проблема сейчас скачать электронную книгу, купить электронную книгу, скачать, но все-таки, особенно, опять-таки, если коснуться детской литературы, где сейчас прекрасные иллюстрации, то книга, она, хотя сейчас, конечно, интерактивные книги, где эти книги оживают, но пока, я думаю, это очень долго еще продлится, и всегда будут те люди, которые предпочитают живую книгу, которую можно потрогать, понюхать, полистать, услышать звук, я думаю, есть своя прелесть в этом. А от якщо взяти там до іншої паралелі перейти, чи бували такі випадки, коли там приходить людина, каже, оце ссылка на книжку, ось це тобі ключ, і читай. Ще не було. Ми думали розмістити QR-коди з книгами, зробити таку бібліотеку електронну. Ну, може бути, коли-небудь ми зробимо. Но сейчас самый большой прикол этого всего мероприятия, что люди начинают общаться. К нам за последний год приходили разные авторы, у нас появилось много друзей, авторы современные из Днепра, и которые презентовали свои книги. И это такое движение. Мы начали замечать, что люди стали общаться, люди стали знакомиться. У нас дети уже из месяца в месяц приходят, и мы даже наблюдаем, как они растут. То есть это такое живое общение, которое повышает всем настроение. Всегда наш букросинг проходит на очень такой радостной, замечательной ноте. І ще хотів спитати, все ж таки, які книги, точніше, який напрямок в літературі найбільш популярний? Ви казали, у вас є там і поеми, і поезія, і чи буде на цю тему якісь різдвяні книжки? Тому що все ж таки вже офіційно ввели 25 грудня Різдво у нас, католицьке, тому... Чи будуть такі книжки? Да, детські обов'язково будуть різні. Касательно взрослих, ми же, у нас кожен місяць проходить определенна тема, мероприятия, поэтому в этот раз у нас будет и новогодняя тематика, и поэзия абсолютно разная, потому что люди приносят разные книги, и все делятся. Насколько, что более популярно, сказать нельзя. У нас все есть, и все пользуется популярностью. Для одних кто-то любит фантастику, кто-то любит романы, кто-то любит прозу, поэмы. У нас нет четкого разделения, но если у нас будет тема, например, конкретно поэзии, то будет поэзия. Мы еще не знаем темы на следующий год, но в этот праздник у нас тема свято, праздник. Поэтому мы ожидаем все такое праздничные книги, обмен чего-то праздничным.
і замечательно. Угу. Чи можна приносити, ну, приносити та обмінювати періодичні видання, журнали, там, якісь ексклюзивні газети або ще щось? Так, да, все що угодно. Якщо ви вважаєте це потрібним, то приносите. У нас, правда, в прошлый букросинг у нас так вийшло, що принесли дуже багато ігрушок дитячих. Ну, ми навіть не знали, що з ними робити. Да, ну вот люди хотят поделиться всем, что есть, и, ну, причем это были новые игрушки, удивительно, у нас очень много, как я уже говорила, появилось друзей, которые хотят поделиться всем. Ну, касательно литературы, сейчас так как приносят то, что ценно, дорого, и если читали, я приносила свои шахматные журналы, которые выписывала, угу. Они очень ценные, и сейчас можно порешать шахматные задачки. Принести там книгу по IT такого размера? Угу. Да, побольше. Есть у нас очень много IT-шных книг, но угу. Всегда... Программирование. Чи бывает такое, да. Что книжки повторяются, и еще раз в таком выпадку? Ну, слава Богу, что повторюете. Значит... И у нас мы зараз бачимо с оглядачами фотографии. Це ви автор цих фотографій? Ви фотографували? Да, наверное, я... Да, разные книги, да-да-да. Ось это бачите, наследний букросинг. Насправді така маленька арка, скільки користі вот посмотрите, приносить. Сколько книг, да? Всі це була якась тематична саме тема букросингу чи ні? У нас, да, и, то есть тут сейчас разные фотографии, вот последние из последнего букросинга, тут была и детская литература, очень много, дети радостные, здесь mm-hmm. была презентация книг, и здесь тоже. Окрім вас, скільки там ще знаходиться відповідальних, скажем так, які слідкують за цим? Ну, у нас є один волонтер, який завжди там знаходиться. Да, у нас в нашій команді є дизайнер абсолютно великолепний, який робить потрясаючі атмосферні афіші, Єлена Зайцева. Ну, є ідеолог взагалі цього проєкту, і чия була задумка, це Влада Брусиловська, яка зробила цю конструкцію, зараз є ініціатором проведення цих букросінгів. Угу. Вот. Ну и наши архитекторы, дизайнеры, которые эту конструкцию построили, Екатерина и Валерий Кузнецова. Угу. Ось це було вже наступне питання. Чия була дійсно ідея, як її швидко створили? Ідея була Влади Брусиловської. Это не только, это не единственный наш проект. Сейчас мы активно занимаемся другими социальными проектами. Угу. Потом очень быстро вот пришла идея, и уже через 3 месяца стояла читальная арка. И Валерий Кузнецов ее дизайнил. И очень все быстро произошло. Также у нашей команды есть очень замечательный, интересный проект. Это Куба Буба. Мы конструкции в детских больницах выставляем. Очень похожая mm-hmm. конструкция на читальную арку. Такой модуль, которые можно переставлять. Там тоже есть книги, есть текстурные стенки. Uh-huh. И уже в 3-й больнице, в 5-й больнице мы за этот год выставили такие куба-буба. Мы хотим менять атмосферу, мы хотим, чтобы добавить ярких красок. Мы считаем, что это очень важно. И также был дизайнером Валерий Кузнецов тех конструкций. И мы даже планируем каждый месяц в 3-й больнице попробовать проводить какие-то мероприятия для детей, историю искусства и различные такие. Поэтому наша команда очень много сейчас занимается не только читальной аркой букросингом, но еще проектом угу. Куба-Буба. А угу. Як развивается букросинг не только в нашем месте, а и в усій Украине? Чи в каких местах еще он існує? Чи бывает якийсь всеукраинский букросинг з лід читачів, які збираються, ну хай це буде в нашому місті в Дніпрі, з різних місць приїхали, обмінялися книжками і все, тому що вже можете не повертатися, це далеко. Чи плануєте таке? Ми не плануємо такого, не думали, по крайней мере, насчет этого. Я знаю, що в Києві є, во Львові є определенные читальні арки, что-то подобное, ну, такі небольшие конструкции, где просто книги в свободном доступе можно прийти, взять, поменять. У нас же это проходит как живой букросинг, то есть мы общаемся, мы делимся эмоциями, мы больше коммуницируем. У нас так. Такого в Україні нет, это, ну, ми перші. Які плани стосовно букросингу на 2018 рік? Коли ви будете починати? Так. Тобто, коли у грудні ви закінчуєте, сезону. Так.
Да, у нас, когда мы проведем буккроссинг наш праздничный новогодний, у нас будет пауза до апреля месяца. С апреля месяца мы будем проводить ежемесячные буккроссинги на различные темы. Мы будем приглашать украинских авторов различных. Возможно, у нас какие-то будут чтения. И вот таким образом мы планируем. У нас с каждым разом приходит все больше и больше людей. Очень наш буккроссинг растет и количеством, и качеством книг, и мы думаем, что тенденция будет такая и дальше. Задану тему буккроссингу там на кожного місяця ви обираєте самостійно, чи може проводиться якісь там опитування або ще щось? Да, у нас проводиться опрос в Фейсбуці. Всі бажаючі можуть вибрати з 15 тем, і ми дивимося по голосуванню, і потім вибираємо тему. Тому це все вже. І в мене до вас буде невеличке таке прохання, все ж таки вже 21 грудня до Нового року залишається 10 днів, я забув сьогодні це сказати. Чи можете ви всім нашим телеглядачам наразі побажати чогось такого казкового, феєричного? Що почитати? І що почитати? Да, почитати. Читати потрібно. Я, во-первых, поздравляю всіх з наступаючим Новим роком. Желаю, чтобы Новый год прошел интересно, чтобы жизнь каждого из нас радовала, удивляла, чтобы было много вдохновения, любви, счастья. И, конечно, я очень советую читать, потому что книга, в отличие от фильма, она обладает таким замечательным свойством, как развивает воображение, развивает очень много качеств, которые фильмы мы посмотрели, и мы уже все знаем и видим. А книга – это то, что учит нас представлять и развивает нас. Поэтому я всем желаю читать побольше, желаю прекрасного настроения, снега, наконец-то, но не так, как сейчас в Киеве. Пусть все будет в меру. А чому хай буде стільки? Ми будемо купатися в цьому снігопаді. Це стільки ж можна вже без снігу. Так, да, ми вже соскучили за снігом. Так що всіх з наступаючим. Дякую вам. І вас теж ми вітаємо з наступаючим Новим роком, з Різдвом. Бажаємо вам, щоб ваш буккроссинг розвивався ще більше, щоб у нас була не одна арка така в місті, хоча б одна, але її зробили ще більшою, щоб там були сотні тисяч книжок і вся Україна. Так, щоб місто Дніпро було культурним центром буккроссингу. Ось такі справи. Друзі, я нагадую, що сьогодні у нас в студії була Даша Орлянська, координаторка Дніпровського буккроссингу. І ми вам вдячні ще раз.